Предлагаю приготовить пирог с рисом, изюмом и курагой. Это оригинальное и вкусное блюдо не оставит вас равнодушными. Берите на заметку мой рецепт. Пирог получается очень вкусным, и его непременно стоит попробовать. В начинку можно смело добавлять орехи, чернослив и другие сухофрукты. Можно выложить начинку слоями, это придаст пирогу не только яркость вкуса, но и красоту. Размер используемой формы в рецепте 20 см в диаметре. Рис – 120 грамм. Курага – 50 грамм. Изюм – 50 грамм. Маргарин – 80 грамм. Сода – 0,5 чайных ложки. Сметана – 2 столовые ложки. Соль – 1 щепотка. Мука – 1 столовый кон, тесто. Мука – 2 столовые ложки, крошка. Сахар – 1 столовая ложка, тесто. Сахар – 50 грамм, крошка. Сахар – 50 грамм, начинка. Сливочное масло – 30 грамм, крошка. Сливочное масло – 30 грамм, начинка. Количество порций 6-8. Подготовьте все ингредиенты. Соедините в глубокой миске размягченный маргарин, сметану, сахар, соль, соду и муку. Замесите мягкое тесто, соберите его в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Изюм и курагу промойте и замочите в кипятке на 10 минут. Рис отварите до готовности. Переложите рис в глубокую миску. Добавьте к нему промытый обсушенный изюм и нарезанную кусочками курагу. Добавьте сахар и растопленное сливочное масло. Перемешайте. Начинка готова. Отдельно соедините холодное масло, муку и сахар. Перетрите руками все до состояния крошки. Эта крошка понадобится нам для верха пирога. Разделите тесто на две неравные части. Большую часть раскатайте и переложите в смазанную маслом форму, формируя высокие бортики. Выложите начинку и разровняйте ее ложкой. Вторую часть теста раскатайте в форме круга и накройте начинку. Защипните край любым удобным способом. В центре сделайте круглое отверстие ножом для выхода пара. Посыпьте верх пирога равномерно штрезелем, крошкой из муки, масла и сахара, что сделали ранее. Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. Дайте пирогу полностью остыть, чтобы он лучше держал свою форму, после чего нарежьте и подавайте к столу. Приятного аппетита!